Я думаю, ну, а что я с этим сделаю? Я знаю, что у меня одна бровь выше другой. И я ничего с этим поделать не могу. Hi, how are you? Hi, I'm great. And you? Спасибо большое! Спасибо! Надо теперь новую цель ставить. Мне очень приятно. Спасибо большое за Мишку. Поставим вот так. Рандомно, автоматом, чтобы стояло. Всем привет. Спасибо большое за Мишку. Мне очень приятно. Сама живешь или... Нет, я сама. Ты похожа на мою девушку, только светлая. Блин. Des dondere. De dondere, de donde de belorusso. А у меня зима в сердце. Блин, мне так приятно. Спасибо большое за подарочек. Я поставила цель, если что, она сама поставилась. Ну, то есть, nice. I'm fantastic. Greetings from California. Greetings from Belarus. Спасибо большое. Спасибо. Жизнь ради... I can only speak English, guys. And Russian. Write in English. Hablas español? Hablar. Hablo. Hablo. Hablo español. Работаешь где-то? Нет. Мне сейчас очень тяжело в плане работы. Я ищу подработку какую-нибудь, но чтобы она была отдаленная. Вот. Потому что у меня автошкола и учеба. Универ. Как-то так. What time is in your country right now? About midnight, maybe 1 a.m. I don't know. Blunt 33. Blunt 33. У меня зима, в сердце. Надо, как у вас в Минске. В Минске хорошо, погода хорошая. Тенес набью. Бельгию хочешь посмотреть? Хочу. Ребят, очень хочу путешествовать. Очень хочу сделать паспорт и путешествовать, реально. Это будет такой бальзам на душу, когда я его сделаю. Спасибо большое, Флорен. Thank you. Thank you, Флорен. Парня нету? Нету парня. Ну, лучше в Амстердам. В Амстердаме, знаете, так... Раскумарчик. Ребята, у меня есть Инстаграм, если что. Он у меня... У меня есть ссылка в профиле на Инстаграм. Так что можете потом зайти и подписаться на меня, если хотите. Какая ты милашка. Спасибо большое. Мне очень приятно. Всем спасибо. Quanto años tienes? Vant. Vante. Я просто не помню, как на испанском. Je suis. Je suis 20 ans. En français. Не знаю, мне нормально. Your language is the same as Russian or it's different? Very similar. Like Russian, Ukrainian and Belarus, they are similar. But they're different. We can understand each other, but we can't understand some. We can't understand any words. And something like this. In Belarus, everybody speaks Russian. In Ukraine, half and half. Some people speak Russian. Some people speak Ukrainian. It is. Preciosa mujer. Я не понимаю. I don't understand. У меня плохой испанский. Yo hablo español mal. Плохо говорю на испанском. Очень плохо. Я хочу лечь. Я хочу лечь. Fresh, precious, походу, пишет. Это что за детка? Буэнос-Айрес. Я в Испанию. У меня зима в сердце, на душе вьюга летим до. Дуэтик. Всем привет. Блин, у меня что-то... Hablas muy bien, amiga, español. Ты что за Ниагарский водопад? Ай, что такое пишешь? Что ты такое пишешь? Я бы села как-нибудь, я бы на пол села, наверное.
потому что у меня уже спина болит. Так будем сидеть. У меня просто так спина устала, на самом деле. Я хочу так посидеть немножко. Сейчас свет сделаем получше. И будем вот так сидеть. Да, мне все говорят, что я похожа на эту девушку. Реально шикарная девушка. Спасибо большое, мне очень приятно. Сабинина кроссовка падает. Я Сабинина мама. Салам алейкум. Алейкум салам. Я вижу один. Привет. Всем привет. Как дела? Хорошо дела. You're so beautiful. Thank you so much. I appreciate it. Так и представляла Сабину. Откуда ты? Из Минска. Lindos ojos. Что он сказал? Давайте, ребята, подключаемся, переводим. Какой планеты ты хочешь? Подарите мне космос, пожалуйста. Я буду очень рада. Какую планету хочу? Космос хочу. Весь космос. Имба. Придется в Минск лететь. Я твоя не понимаю. Мяу. Я ничего не вышла, и тебя сейчас искала. Реально? Подписываемся, ребят, чтобы меня потом не искать, подписываемся. Ты имба, спасибо. Имба. Ай, ребята, дарим TikTok Universe. TikTok Universe дарим. Че куришь, ахи? Я не курю, ребят. Я не курю. Я не пью алкоголь, я не курю. Я не парю подик. А что ты-то делаешь? Я сижу у фантика. Какие у тебя губы красивые. Спасибо большое. Можно вопрос? Можно. Я разрешаю. Ты не знаю, мясо кушаешь? Да, я ем мясо. Я очень люблю мясо. Очень люблю. Ребята, я очень люблю шашлык. Я очень люблю красное мясо. Но вот я не люблю курицу. К сожалению. Я не знаю, почему мне не нравится. Я люблю жареную курочку. Знаете, ножка жареная там. Вот шашлык вообще... Летом шашлык, баня. Это вообще, это база. С разгона. И речка какая-нибудь, знаете. Это круто. Речка, шашлык. Моя любовь. Ай, просто. Как дела из Баку? Полетели в Турцию, я тебе сделаю шашлык турецкий. How many languages do you speak? I speak Russian, English, and I study French and Spanish. I can speak French a bit, basic. And I know basic words in Spanish. Basic sentences. Kebab. Вот я сейчас села. Спасибо большое за корону! Спасибо большое! Merci beaucoup. Я знаю твой силуэт, но никогда не позвоню. Баку, я тебя. Ребят, how old are you? I'm 20. Advice is to learn Russian. Honestly, I don't know. Maybe you should find a great tutor which will help you with this question. Because I, like, my grammar in Russian is so bad. As I think, like theory. Всем привет, ребят. Удачного стрима, прелестная леди. Спасибо большое. Спасибо за сердечки большое. Tienes novio. I don't understand. Привет всем. Всем привет. Сенсасно. Спасибо большое. Опять ты, блядь, боже. Ну, я теперь тебе везде буду попадаться, знаешь. Ты будешь обо мне думать всегда. Встречать и думать. Спасибо большое. Спасибо. Ребята,
Собираемся. 60 человек, едем на шашлык. Да. Ну, я же говорю, тебе теперь от меня не уйти. Я теперь всегда буду в твоей жизни. I speak Spanish, if you want, I'll teach you. Oh, great, I can follow you. And it will be great, because my Spanish is so bad. I really don't like it, because I lost the interest because of my teacher at university.